Шашлык из вот такого лосося, который весит 5 килограмм. Сначала с одной стороны. Мясо красной рыбы маринуется быстро, где-то минут 20, полчаса, и нанизываем на шампуры. И отправляем наши шашлычки. Вот уже наши шашлыки готовы. Наш шашлык из лосося готов. Снимаем пробу. Потрясающий вкус. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и нажимайте колокольчик. А мы с нашей съемочной группой будем доедать шашлыки.